Здравствуйте, меня зовут Женя, и я расскажу вам о книге Ольги и Сергея Фединых «Развиваем математическое мышление». Она содержит целых 100 веселых задач, которые в увлекательной форме подготовят ребенка в школе, помогут ему развить логику, внимание и навыки счета. Каждая игра сопровождается иллюстрацией, цветной, а иногда черно-белой, которую нужно дорисовать или раскрасить. Такие задания отлично тренируют мелкую моторику и готовят детскую руку к письму. Для обобщения и закрепления пройденного пригодятся страницы шпаргалки, а на последних разворотах есть все ответы. Книга сделана в виде большого удобного блокнота. Задания в нем расположены так, чтобы они всегда были на нижней странице.